Итак, ребяточки, привет, мои дорогие, многоуважаемые люди, которые делают АИ-каверы. Сейчас я вам буду рассказывать про некую RVC-2, которую так многие говорят, ой, это убийца и так далее. Нет, это не убийца, это просто переделанная RVC. Немножко переделанная. И она переделанная под коллаб, тем более. А коллаб, как мы знаем, лимиты у нас 5 часов, это ничего особо не дает. Сейчас я работаю над Kaggle. Переделал немножко скрипт, там вышли обновления. Скоро будет, ребят, подвижки есть уже, я вам говорю. Подвижки, дайте мне максимум там недельку, я вам сделаю, выкачу на Kaggle обратно с нашими 30 часами модель. Будем там тренироваться, и будет лучше, чем RVC2. Потому что, ну, как-то вообще не то, совершенно не то. Показываю вам сразу же тогда модельку. Вот модель RVC версия 2, переделанная мной. Перевел на русский вот здесь менюшку эту. В принципе, кто сделал, кто разработчик, я вам сейчас покажу. Разработчик, вот этот парень. Reject. Индус, наверное, какой-то. Он сделал вот RVC-2 некую. Но это не RVC-2, это просто RVC. Так. Сейчас вам буду рассказывать, все показывать. Нажимаем кнопочку, в принципе, вот у вас будет, откройте ссылочку мою. Можете скопировать на диск, сидит блокнот, но не можете не копировать его, потому что, в принципе, всегда можете заходить, ссылочка всегда будет работать. А нажимаем G-Drive и нажимаем Play. Здесь нажимаем выполнить, потому что это мой блокнот якобы, все дела. Сейчас мы пройдем тест на лоха. Прошли тест. Запуск у нас начался модели этой. Немножко у меня в последнее время пригорело. Люди, которые вообще не разбираются, в общем, в теме вот в этой всей, они говорят то, что мы сейчас вам покажем, и в итоге пересказывают чужие видосы. Они не разбираются, что это кнопка, зачем эту кнопку надо нажимать и так далее. Вот вылезает у вас такое окношко, разрешение подключения к Google диску. Разрешаем подключение. Сейчас я вам потом расскажу, почему. Все разрешаем. Прогружается у нас дальше моделька. Так что люди, у меня от некоторых людей пригорело, которые ничего просто не разбираются, но лезут сюда. Они вообще ничего не разбираются. Я во всем разобрался, код почитал, что тут сделано, что не сделано. В принципе, я все понял. Поэтому ждите скоро перевод этого блокнотика. В принципе, интерфейса RVC2 будет на русском. Ребят, все будет на русском. Пока ждем эту загрузочку. Сейчас я вам все расскажу, как здесь сделать. Здесь у нас ограничение, как сказал, 5 часов, только 5 часов. Меняем аккаунты дальше и делаем дальше то же самое, что хотите делать. В принципе, вот и все. Вот наша моделька прогрузилась, успешно, видите. Переведено. А то у многих тут successful написано. То есть они просто перерассказали, ничего не понимают, что это такое. Появляются у нас две ссылочки, одна локальная. Локальная нам не нужна, это на серверах, если мы в Google с вами были. Мы там нажали локальную ссылочку. Мы нажимаем ссылочку другую. Открывается у нас меню. Открывается меню, похоже на RVC. Здесь ничего, в принципе, не изменено. То есть эта вкладочка у нас будет для того, чтобы изменять, то есть вокал, который мы сюда загрузили, на другой. Он будет менять, в общем. Здесь загрузка модели, она не нужна, на самом деле, эта вкладка. И здесь, где обучалочка наша с вами. Имя то же самое. Вписываем имя. Поток процессора 2 максимум у нас. Здесь ничего не изменяем. Сюда вгружаем файлы наши. Сейчас я найду наши файлики. Вот. Файлы. Сколько загружаем будем? Давайте штучек 5. 5 файлов загрузим. Перетаскивание обычно. Началась загрузка. Вот начинается у нас загрузка этих файлов. Мы можем ее, в принципе, вот здесь вот сейчас видеть, то, что они пойдут сейчас загружаться у нас. Так, ждем. Здесь это зависит не от вашей даже скорости интернета, потому что у Гугла серверсы не очень, там 2 мегабайта максимум сюда на Kaggle льется. Все, загрузилось у нас все. Когда будет написано везде download, нажимаем процесс the dataset. Он нас вот прошел делить наши отрезочки. Написано 3. Ходи, ошибка просто. Здесь надо умножение на 2 делать. Потому что файлов-то у нас 5. Он пишет 3. Он всегда пишет 2 раза меньше файлов. Так, рамочка наша потухла. Переходим дальше. Здесь есть несколько методов. Здесь даже не переведено, смотрите.
До сих пор у нас есть метод PM, которого здесь у нас вообще нету. Ну что ведь такое, блин? А, в принципе, что мы тут делаем? Hardvest, Creep, Manga Creep. Manga Creep советую. Что вот это такое? Это такая тема, чем меньше ставим, тем круче у нас получается. Но тем больше времени обработки. Советую ставить кратно двоечки. То есть 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2. Нормально ставить на самом деле 64, либо 32. Давайте поставим 64 тут, в принципе. Это тембр голоса. Если у нас голос идет равномерно, то есть без всяких криков и так далее, то у нас получается идеально. А если голос специфический, он то орет, то не орет, то шепотом говорит, то нам нужно вот как раз-таки вот эта тема. Вы видели, когда вы делали кавер, у вас, когда артист начинает резко что-нибудь кричать, у вас там билиберда какая-то. Manga Creep эту тему устраняет. Чем меньше значение, тем лучше. 64 нормально. Нажимаем обработку. Пошла у нас обработка. Это обработку. Процесс мы можем следить вот здесь. Вот. То есть у нас он делит на 12 файлов. Эти вот он, наш 64, на который мы написали. Не знаю, почему тут написано, что это работает только для метода creep. Это работает для всех методов. Так что здесь вообще не читайте описание. Здесь вообще оно свое, потому что здесь его не правили. По-настоящему это работает для всех методов. Все, все файлики у нас загрузились, рамочка пока горит, значит никуда не спешим, не спешим, а ждем, кайфуем, отдыхаем. Рамочка горит, вон прогрузка модели началась, разделение на файлы, склеивание файлов. Все, файлы у нас склеились, все, выполнено написано. Переходим дальше, количество эпох, здесь вписываем нужное количество эпох. Сейчас мы на видео делаем, так что давайте я напишу там эпох 20. И не забываю, не забываю. Многие об этом не говорят опять. Здесь есть дополнительные настройки. Вот здесь раскрываются. Здесь через сколько количество эпох мы будем делать сохранение наши бэкапы. Это нам, в принципе, тема не нужна. Но если у нас лимит будет исчерпан, вы знаете, лучше ставим здесь какое-то значение. Ставим здесь какое-нибудь значение. То есть 10, 20 там и так далее. Что это такое? Batch size. Batch size видеокарты. И, в общем, обращение обратно к нашему первому уроку. Сколько у нас видеопамяти? У нас видеокарта с вами Т4. У Т4 15 гигабайт. Так что можем, в принципе, тут ставить 15 или 16. Давайте 16 даже поставлю. Здесь галочки yes, no, yes, как обычно ставим все. Все, закрываем, нажимаем train model. Началась тренировочка нашей модели. Можем ее отследить вот здесь вот. То есть все процессы сейчас у нас здесь пойдут. Сейчас у нас идет прогрузка моделей для тренировки и файлов наших всех. Сейчас мы увидим здесь, как начнут сыпаться эпохи. Пока ждем. Итак, у нас подходит близко, в общем, тема наша с эпохами. Вот появляется у нас уже первая эпоха, и она самая долгая, 32 секунды выполнялась. Следующие эпохи будут выполняться быстро. Мы поставили большой batch size, в принципе, видеокарту задействовали мы хорошечно, на 9 гигабайт, даже можно больше ставить там значение batch size. Можно на 20-ку можете попробовать, 20-ка, я думаю, тоже заведется, ребят. А эпоха одна тренируется у нас, видите, достаточно-таки быстро. То есть 4 секунды, одна эпоха. А из-за чего, как вообще формируется вот это время? За сколько у нас обрабатываться будет эпох? Чем больше мы файлов ему загрузим, для примера, чем больше этих файлов мы загрузим с вами, тем больше у нас будет эпоха обрабатываться. Если мы загрузим сюда файлов 50, то у нас будет одна эпоха секунд 20 обрабатываться, 15. Если 5, качество, естественно, будет хуже, но зато быстрее будет это все обрабатываться. Итак, у нас уже 13-я эпоха. Идем на крейсерской скорости 4 секунды за одну эпоху. 15-я, приближаемся, в общем, к нашим результатам. Итак, для чего мы подключали Google Диск? Сейчас я вам расскажу это по секрету. Это, походу, вообще никто не знает, для чего это нужно. Там какие-то, запакуйте в zip-архив какие-то, начинают выдвигать, в общем, теории какие-то непонятные. Нахрена это только делать, я не понял. Сейчас я вам расскажу. Сейчас я вам все расскажу и покажу. В принципе, когда у нас выполнено написано, то есть successful, все. Выполнено у нас здесь. Переходим обратно сюда. То есть здесь написано тоже, все, выполнено, все отлично. Нажимаем train index, он нам формирует индексный файл. Все, индексный файл он наш сформировал.
Потом нажимаем Dolan Model. Если вам нужны эти модели на компьютере, вы дальше какие-то будете манипуляции на компе с этими моделями делать, можете нажать, то есть download, download, два раза нажать, там и там. Скорость, как сказал, не очень у Гугла, поэтому мои как бы 400 мегабайт в секунду здесь превращаются вот в 2, в полтора. В принципе, все. Здесь мы с вами все сделали, но не все. Сейчас я вам покажу, для чего нужен вот этот второй блок. Вот это, резервное копирование Google Drive. Здесь мы с вами пишем название модели, которую мы тренировали. Там у нас была, запамятовал я, вот такая. Копируем, просто сюда вставляем. Тип, что мы делаем? Мы с вами сохраняем модель, нажимаем Save. После этого мы останавливаем наш верхний блокнот, вот здесь нажимаем на стоп. Останавливаем его. Сейчас у нас остановится, все, галочка, видите, появилась. И нажимаем вторую галочку, вот эту. Все, ждем. Видите, написано Drive, в общем, он все сделал сейчас, и здесь появится опять такая же галочка. Что у нас делает? Он запаковывает наши пакеты, наши файлы логов и наши PTH, да, формат, я уже не помню, в отдельный архив и сделал бэкап его. Вот, сделал бэкап. Где мы можем его найти? Вот, мы, если мы зайдем на наш Google диск, у нас появилась папочка RVC. Заходим в папочку в эту RVC, точнее RVC, вот package. И вот наш файл, makar tar gz. Для чего нам нужен файл, сейчас я вам покажу. Ой, опять проверку проходим, велосипеды. Вот я не знаю на самом деле, как проходить вот эту проверку, где вот объекты эти. Прошли мы. Но не используйте его. Отлично, мне ничего не надо, нам ничего не надо переключаться никуда. Мы все сделали с вами. Потом обратно все, запускаем нашу первую модель. Сейчас я покажу, для чего это сделано чуть попозже. Ну сделайте это, обязательно сделайте это. Запускаем модель, а второй раз она прогружается очень быстро уже. То есть нам не нужно будет ждать 2 минуты, здесь буквально секунд там 30, а надо на прогрузку этой модели второй раз. Вот появляется у нас ссылочка локальная и наша ссылочка глобальная. Так, давай. Вот, выдал он нам нашу ссылку. Отлично. Переходим на нее. Теперь выбираем здесь модель нашу. Вот на модель, оттренированная уже. Сюда мы всегда помещаем аудиофайл, который мы будем песню конвертировать. Сейчас я не буду песню никакую конвертировать. Я нажму просто микрофон и буду говорить что-нибудь. И потом послушаем, что получится. Напоминаю, POG 20 очень мало, так что качество здесь будет лажа. Делайте 300-500, будет нормалек. Все, наше голосовое здесь сообщение сделалось. Нажимаем кнопочку, давайте, конверт. Pitch Voicer опять, если женский голос мужской, минус 12, наоборот, плюс 12. Есть Advanced Settings, очень много всяких методов. Выбираем Mango Creep, или вот этот RM VPE. Можете другие потыкать, может вам больше не понравится. Давайте вот Mango Creep тоже выберу здесь. Все, нажимаем, в принципе, кнопочку конверт. Он начинает конвертацию нашего голоса. Также и песню сюда загружаем, ничего не меняется. То же самое. Первый смотрим урок, где локально на компьютере, здесь то же самое делается, только на коллабе это делаем. Все, получили эту модель голоса нашу, слушаем. Микрофон и буду говорить что-нибудь, и потом послушаем, что получится. Напоминаю, POG 20 очень мало. Так что вот такой эффект. Сохранение, как всегда, то есть правой кнопкой мыши сохранить аудио как, и сохраняем вот на рабочий стол, в AVI. Все. Сохранили наш WAV-файл, вот он у меня здесь. Мышкой я вам показываю. Так, теперь самое интересное. Если вы закончите, то есть нажимаем стоп, мы выходим из нашего среды, в общем, все. Нам она больше не нужна. И если мы остановим, то есть не забудьте останавливать, кстати, среду выполнения и удалять ее. Всегда нажимайте, потому что ваш лимит часов будет исчерпан. Да, нажимаем потом. Все, мы сбросили все, можно сказать, до завода. Здесь у нас ничего сейчас нет. Нам, то есть, нажимаем опять Google Drive и запускаем. Допустим, вы на следующий день хотите воспользоваться вашим голосом. Сейчас я вам покажу, как его воспользоваться.
Господи, вот эти тесты, конечно, убивают меня. Еще не прошел его. Мотоциклы. Мотоциклы. Да вот мотоцикл. Что тебе все не нравится? Вот не всегда эти тесты прохожу. Я, походу, бот просто какой-то. Все, наконец-то прошел. Если вы закрываете блокнот, допустим, выключили компьютер, все, на следующий день вы приходите, и вам нужно достать ваши модельки. Как их откуда достать? Сейчас я вам расскажу, откуда вам ее достать. Подключаемся к диску обратно. Разрешение даем на все. А потому что после сброса диска у нас удаляются все наши файлики. Мы его никуда не сохранили с вами, как бы. Но он у нас хранится вот здесь вот. Он у нас на диске хранится. Если у вас закончится у вас время на Google диске, то на следующий Google диск просто скачиваем эту папочку, создаем вот такую же папочку. Сейчас я перемещу себя. Вот, RVC. Создаем такую же папочку и бросаем туда вот эти два файла. Если у вас закончится время, что делать? Вот эту папочку берем просто и переносим на другой Google диск. Он у вас будет нулевый. Должна быть такая папка быть. Один в один вот такое наполнение должно быть. А имя, вот этот файл у всех будет. А вот это имя, в зависимости от сколько моделей у вас будет. Заодно я сейчас скачаю и покажу вам, что в этой папочке хранится. Так, здесь у нас прогрузилась пока у нас оболочка. Ждем нашу ссылочку. Вот. Мы на следующее утро заходим по эту ссылочку. На эту ссылочку. И что мы видим? Что у нас здесь никаких моделей нету. Что делать? Моделей нету. Я вам скажу, что делать. Мы закрываем. Останавливаем. Все, остановили. Потом смотрим, как наш файл называется тут. Он называется у нас тут... Я не могу, да, ниоткуда скопировать это название. Переименовать. И просто нам нужно вот название этого файла. Листаем вниз. Вписываем сюда название этого файла. И теперь... Раньше мы сохраняли этот файл. Сейчас мы его будем загружать. То есть load нажимаем. И кнопочку play. Ждем. Все у нас грузится. Этот файл наш разархивирован. Все, видите, появилась опять галочка. Запускаем обратно верхний наш файл. Запускаем его. Ждем. Сейчас у нас формирует опять локальную глобальную ссылку. Переходим на глобальную ссылку. И чудо, смотрите. Наш файл прогрузился. То есть мы дальше можем его использовать. То есть самое главное... Сохранять в конце наши результаты. Сохраняем в конце наши результаты. И вот наш файл опять у нас сейчас тут будет. Вот он. Он у нас есть тут. То же самое все можем делать уже опять начиная с этой папки. То есть train нам больше не нужен. Download model нам не нужна. Все, в принципе, все объяснил. Что в папке в этой? Давайте я вам покажу, что в этой папке. В этой папке Weddings наша папка, PTH формат и логи, все логи, все наши логи и с тренировками тоже, тренировки есть тоже. Сейчас я немножечко буду переводить данные, то есть скрипт, буду переводить его и доделаю тренировку. Мы сможем с вами дотренировать модель, сейчас пока это нереализуемо тут. Дотренировывать модель пока здесь нельзя. Ставим просто нормальное количество эпох. 200, 300, 400, 500 максимум. То есть 300 эпох минимум для хорошего голоса. Метод MangoCreep. Меньше чем это значение, тем лучше. Все, train model. Нажимаем. Забываем тут выставить буфер. 20-ка даже, мне кажется, заедет здесь. 16 100% едет. Потом нажимаем кнопочку download. Переходим обратно, останавливаем. Нажимаем здесь, сохраняем, название пишем, сохраняем, все. Потом новый день, как я уже сказал вам, все по новой делаем. В принципе, вот и все. Все я вам объяснил, что нас дальше ждет. Как я сказал, уже много достаточно таки планов.
первое, что у меня сейчас в приоритете, доработать этот блокнотик, то есть перевести вот это все на русский язык, удалить папку download model, она нахер, потому что не нужна. Она нужна, если у вас просто есть индексный файл и PTH на этот файл, вы можете сюда, в принципе, загрузить их сразу же. Но мы сохраняем здесь на Google диске нашем всем это всю тему. И еще, смотрите, не забывайте нажимать всегда отключить среду выполнения, удалить ее. Потому что время ваше, пока вы это не сделаете, на коллабе идет. В принципе, вот и все. В планах что? Переводим сайт, вот этот. Скрипт переводим на русский. Это все вот. Правим. Потом доработываем тренировку модели здесь. Потом работаем с каглом. Возвращаемся на кагл, просто там побольше работы, чем здесь. Потом видео записываем в FL-очки, как нам хорошечно это все подогнать, какие использовать, как назвать, VST-плагины, чтобы наш звук зазвучал совершенно по-иному, пообширнее и получше. Так что, ребят, всем большое спасибо, кто смотрел, всех люблю, всех обнял, пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Оставляйте комментарии. На все отвечаю. Ребят, пока.